25-летняя Анастасия Костенко отмечает важную семейную дату, ее наследнице Милане исполнилось 1,5 года. Вторая вице-мисс Россия, 2014, адресовала ребенку трогательные строчки. Жена футболиста Дмитрия Тарасова посвятила стихотворение дочери. Анастасия нежно обратилась к девочке, которая изменила ее жизнь. Модель счастлива воспитывать малышку, о которой мечтала. Она подчеркнула, что вместе с мужем постарается уберечь ее от любых невзгод. «Мой первенец, моя отрада, наш плод любви, благословение. Души моей тепло, услада, слаще любого угощения. С тобой сегодня отмечаем твой новый возраст, полтора. Но больше всех тебя я знаю, под сердцем у меня росла. Родная доченька, милаша, здоровья мы тебе желаем. И пусть тебя оберегают подставленные спины наши. П.С. Сегодня 1 год и 6 месяцев, как в нашем доме появилась любимая, ароматная и обожаемая наша булочка», — написала Костенко. Поклонники присоединились к поздравлениям Миланы. Многие отметили удивительное сходство малышки с ее отцом, 32-летним футболистом Дмитрием Тарасовым. «Как она похожа на своего папу, искренние поздравления и пожелания добра, любви, здоровья и счастья, поздравляю, здоровья малышки, кисули такие. Самое драгоценное. Смотрю на вас и любуюсь, две красотки, Димина копия, какие вы классные, девочка само обаяние, вы прекрасны в роли мамы», — написали фолловеры. Инстадива вышла замуж 2 года назад. Для нее это первый брак, а для спортсмена – третий. Первой женой Дмитрия была специалист по недвижимости Оксана Пономаренко. Она подарила ему дочь Ангелину, девочке 10 лет. Второй супругой являлась телезвезда Ольга Бузова. Детей у них не было. Анастасия с супругом устроили вечеринку Baby Shower, в финале которой рассекретила пол будущего ребенка. Оказалось, пара ждет рождения еще одной дочери. Накануне Нового года с Костенко случилась неприятность. Модель сломала правую руку. Королева красоты недавно поделилась нежным фото со своей мамой, Викторией Владимировной. Многие фанаты отметили молодость женщины.